Ну, хотят на работе. Спортсмены до старта готовы? Звичайно, что хочу сказать. Сегодня не только седьмой день чемпионата мира по легкой атлетике. И сегодня у меня такое тоже радостное событие. У моей любимой дочери единственность 24 года. Что я хочу ей пожелать? Хочу пожелать первое, чтобы она была счастлива. Ну и была здорова. Она творческий человек, я думаю, все у нее получится. А сегодня еще у нас стартуют прекрасные девочки на 5000 метров. Наши виды длинной дистанции, средней. Юлия Шматенко и Оля Лехова. Я думаю, они сделают в первую очередь праздник всем любителям легкой атлетики, тренерам. И мне такой будет, может, маленький подарок. Я надеюсь на это. Потихонечку. Пять, подождите, давай. Ну ты давай со мной, Оля. Три. И сюда. Я так разбегаемся, Оля, так. Опа! Штрафами пени. Обалдеть. Люди купили... За миллионы? Нет, за 90 тысяч. Купили целую улицу в Сан-Франциско, потому что там не платили 14-долларовый налог на протяжении 30 лет. И было выставлено на аукцион. В среднем дом стоит 5 миллионов долларов.